хочу показать, что мы купили. Сегодня купила такой рис необычный для себя. Вот такой вот он. Не сказать, что длинненький, но такой длинненький. Одну пачку длинненького и другую пачку интегрального. Он такой вот коричневый. Посмотрим. Так как я рисоед, взяла себе и такой, и такой. Вот. Булочка, сметана, масло. Такая сегодня небольшая закупочка, потому что овощи мы еще даже не трогали с прошлой закупки. Надо было маркизе корм купить. И по пути уже зашли, себе взяли что-то. Масло такое взяла маленькое, сливочное, потому что лежит оно у нас слишком долго. Поэтому решила брать маленькие упаковки, чтобы нечему было портиться. Такие вот мелкие макарошки. На 30 евро вышел чек. Ну и плюс 10 евро для маркизы там вышло. Вот такой вот клей взяла, очки заклеить. Мне очки, лопнула там это чеснок, две упаковки. Чеснок, такая упаковка 1 евро стоит. Мне он нравится больше, чем свежий, потому что свежий у меня все время лежит в холодильнике, непонятно сколько времени. Начинает прорастать и, в общем, ну все время портится, пока я про него вспомню. А вот этот сухой, я его постоянно использую. Яйца коричневые. Белые яйца у нас стоят 2,30, а коричневые стоят 1,40 рубль. Вот поэтому всегда беру коричневые. Чипсы, маленькая кока-кола. А где корм собачий? Глеб, а те пакеты тоже принеси. Угу. Хотела показать. Смотрите, Глеб как красиво нарисовал рисунок. Он говорит, я рисовал себя. Вот по его губам очень даже похоже. Видите, он тут в курточке с капюшоном. Самолетик тут нарисован на кофточке. Взяла два молока по 1,5 литра. 1,39 рубль стоит молоко. Кукуруза опять. Глеб любит. И шоколадка такая. Как это читается? Какой-то чогеттен, наверное, по-немецки. Не умею читать. Так, и здесь пробегусь. Это корм сухой. А это решила попробовать вот такие вот взять банки. 4 банки взяла. Здесь 1,240 кг. Попробуем, как она будет есть. Сегодня мне подружка идею подсказала. Я говорю, не люблю, когда в банке корм лежит. Она говорит, возьми его в пластиковую форму, переложи. Я говорю, ой, точно, надо попробовать. В общем, посмотрим, как оно все будет. Ну так, небольшая закупочка. Всем привет, меня зовут Ольга, я живу в Черногории, в баре. Хотела вам показать, как у нас холодно. Верхушка гор не видна, но то, что внизу видно, что выпал снег. Очень холодно. Очень холодно, я вышла с маркизой погулять, одела на нее наконец-таки эту курточку. Маркиза, иди сюда. Маркиза, не ходи к ней. Маркиза. Маркиза. Эй, маркиза. Ладно. Дует ветер и дождь идет. В общем, холодновато. Чуть-чуть погуляю с ней и пойдем домой. Я вчера весь день дома сидела, не хочу даже никуда выходить. И сегодня, и в общем, я уже понимаю, что как-то слишком затянулось. Представляю, как сейчас люди сидят вынужденно дома, не могут никуда выйти. Мне от этого так грустно становится. Люди какие-то на пляже. Просто хочу вам поснимать немножечко. Отвлечь вас и себя от грустных мыслей.
пригодилась курточка, я рада. Маркизе, в смысле. Я сегодня опять покрасила волосы той краской, второй упаковкой в белый цвет. Но длина волос остается цветом таким же темным, а корни, конечно, светлые. И мне нравится красивый переход от светлого к более темному. Буду под бинтом. Поэтому пока нравится, буду, значит, покупать, пользоваться. Тем более, все равно из меня блондинки не вышло. Ну, такая, какая сейчас вот есть, мне нравится, что получается. Дождика так-то и нет, можно зонтик собрать. Я прогулялась, пришла домой и легла, пообедала и легла поспать. Проснулась где-то через полтора часа, себе включила Варламова, что происходит, вот эти выпуски, мне так и не нравятся. И в итоге от того, что я намерзлась на улице, еще и пообедала, потом горячим чаем все это запила, сладко уснула под его передачу, в общем, под его рассказы. А потом проснулась и сейчас чувствую, знаете, вот, не знаю, я в последнее время так плохо сплю, и сегодня была единственная ночь, у меня даже отчет пришел с часов на телефон, что это первый мой полноценный такой сон за последние там 10 дней. Ну вот как начались вот эти все военные действия, так я вообще сон потеряла. И, видимо, организм все это накопил, и сейчас я вот просто так провалилась, и ночью я провалилась в сон, и сейчас я провалилась в сон. Видимо, все, у меня уже нервы сдают. И я вырубилась. И сейчас такая проснулась, знаете, это хочется вот хоть чуть-чуть, не то что праздника, а хоть чуть-чуть чего-то такого, не знаю, как-то себя порадовать немножечко. Короче, я зашла в приложение Glovo и заказала себе эту пасту с морепродуктами. А Глебу заказала пиццу, потому что пиццу он будет наверняка есть. Такой беспроигрышный вариант. Если он со мной поест пасту, то как бы хорошо. А если нет, то нет. Вот. В принципе, дома есть. Я варила гороховый суп с копченостями. Дома есть. И есть еще плов. Как бы не от того, что мне там лень готовить, знаете. Вот просто душа просит чего-то такого. Я бы с удовольствием бы пошла. Я посидела где-то в кафе. Так вот в теплом общении. Мне так хочется с кем-то поболтать. Ой, не знаю. Я что-то прям вся расклеенная и переживаю за все. И я постоянно ловлю себя на мысли, что я реву. Я не знаю, просто так вот реву-реву. За все переживаю. Сейчас соседка еще с улицы. Я слышу, она кричит: «Оля!» Соседка из Украины. Она: «Оля, Оля!» Я говорю: «Глеб, выгляни». Я говорю: «Из-под одеяла». Лежу под одеялом. Говорю: «Выгляни, что она там хочет». А она, оказывается, это ключи забыла дома, а подъезд у нас закрывается, потому что это прям сама дверь в подъезд закрывается. Вот. И он пошел, ей дверь открыла. В общем, я лежу и думаю: ну ладно, теперь минут 30 подожду. Привезут они, я посмотрю, как у них это все выглядеть будет. Потому что слышала, что Glovo не очень так заботится о качестве того, что они привозят. Ну, в общем, чтобы сложилось свое личное мнение, решила заказать. Ногти, видите, я новые сделала. Такие светленькие и коротенькие. Надоели мне длинные ногти. Так что сейчас покажу вам, что мне привезут. Помоги, Глеб, открыть. Вот так держи. О, боже, какая красота. Вот какая красота.
просто прелесть. Я не буду, если что. Как это? Красота. А пицца какая? Коровы? Сейчас Глеб посмотрит. Он... Почему я ей заказала? Потому что он ничего не ест. Гороховый суп не ест. Это пепперони? Мексикана. Будешь такую? Да. Ладно. Все. Нам приятного аппетита.